Слава Богу. Мой русский, он очень плохой. Я буду говорить по-английски. And my beautiful wife will translate. И моя красивая жена будет меня переводить. I came to from Ukraine to America when I was 13 years old. Я приехала в Штаты, когда мне было 13 лет, с Украины. And as I was going to college, school, university. И когда я пошел учиться в колледж, в университет. God really drew my attention back to missions in Ukraine. Бог просто привлек мое внимание назад к Украине и к миссионерству. And after graduating college, university, I went to Bible school in Florida. После того, как я выпустился из университета, я поехал в миссионерскую школу. And they sent me to Ukraine. И они нас послали в Украину. And I thought it was just going to be a one-time trip. Я подумал, что это просто на один раз такая поездка. But something shifted in my heart. Но что-то поменялось в моем сердце. And after pursuing the American dream, и после того, как я так сильно бежал за американской мечтой, I felt God has given me his dream. Я почувствовал, как Бог дал мне свою мечту. And the priorities shifted. И мои приоритеты поменялись. Everything I saw physically, like it had no value to me. И все, что я видел своими физическими глазами, больше не имело ценности. I stopped enjoying the regular things that I would enjoy before. И я просто перестал наслаждаться теми вещами, которыми я раньше наслаждался. Because I saw there's so much more in the heavenly. Потому что я увидел, что есть намного больше в том, что и небесно, и духовно. And we dedicated our lives to ministry full time. И мы свою жизнь посвятили в полном служении Богу. And it happened with Julia. И это случилось уже вместе с Юлей. At the age of 10. Когда ей было 10 лет, мне. Да, я чуть-чуть быстро скажу. Когда мне было 10 лет, я уже начала спрашивать Бога о том, какой смысл жизни вообще нашей и лично моей. И у меня был такой календарик, я начала читать места из Библии, которые там были, на каждый день. И думаю, как же мне слышать голос Божий? Я открою там, где мое день рождения, и что будет там написано, это будет мое призвание. Я открыла, и там было то, что Джордж утром читал, что «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим, исцелять сокрушенных и освободить узников». И я в то время взяла это себе в сердце, как Мария сохранила, и я знала, что моя жизнь будет другая, я просто вот уже как бы еще дитя, и потом, когда была молодая, я стремилась к тому, чтобы служить Богу. И когда мы уже с Славиком вместе встретились, мы вместе пошли этой дорогой, мы знали, что это жизнь для нас обоих. Amen. And if you weren't here in the morning, если вы утром были на служении, please watch the sermon that George was preaching. Да, посмотрите проповедь, которую Джордж говорил. It really even spoke to me. Она просто проговорила ко мне. I felt like there's so much more that I can do. Я так почувствовал, что так много больше, чего я могу сделать. I'm already like a missionary. Да, я уже миссионер. But there's so many places that maybe when we're out here in the streets and filling up gas stations, stores. Когда мы на улице просто, вот мы заправляем машину в магазине. Sometimes we don't share the gospel. И мы не делимся Евангелием. If you were at the hospital bed. Если бы вы лежали в больнице на. If there was a person laying in the hospital. Если вы были в больнице, там лежит. And you know this person will die in 2 minutes. Человек, который умрет через 2 минуты. Or in 2 hours. Или через 2 часа. What would you do? Что бы вы сделали? Would you sing a song? Песенку спели. Would you tell him a story? Какую-то бы историю рассказали. What would you do? Что бы вы сделали? I know you would share the gospel. Я знаю, что вы бы поделились. Because in 2 hours he would pass away. Потому что через 2 часа этот человек умрет. And you never see him again. И вы больше никогда его не видите. Sometimes I'm also not perfect. Sometimes we're on a plane. И я не идеальный, я тоже. And there's a person sitting next to me. И вот человек возле меня сидит. And in 2 hours the plane will land. И через 2 часа это самолет приземлится. I will never see this person alive again. Этого человека я больше никогда не вижу в своей жизни. And I don't share the gospel. Я с ним не делюсь Евангелием. Sometimes it can be so simple. Иногда это может быть настолько просто. Just telling him that Jesus died for them. Сказать ему, что Иисус за него умер. There's a citizenship in heaven. Есть гражданство в небесной, в другой стране. And it's eternal. И оно вечное. And people say it's a privilege to serve an earthly king, a president, or have a nice job. Люди говорят, что это такая была бы привилегия иметь такую хорошую работу, служить на земному царю, президенту. But they say when it comes to serving the heavenly king. А когда мы говорим о том, чтобы служить небесному царю. Going on missions.
Ехать на местные поездки или просто на улицу проповедовать. They say it's a sacrifice. Люди говорят, что это такая жертва. I believe it's a privilege. Но я думаю, что это привилегия. It's a privilege to serve our heavenly King. Это привилегия, чтобы служить нашему небесному Царю. There has to be a sacrifice that you have to lay on the altar. Мы должны положить жертву на алтарь. The fire will never come if you're holding on to your sacrifice. Огонь никогда не придет, если вы еще держите свою жертву. You let go, the fire will come. А когда ты отпускаешь, and it becomes your privilege. Огонь, это становится привилегией. And I believe it's a privilege, and it's a privilege to be married to Julie. Я верю, что это привилегия также быть вместе с моей женой. And we've been married for 5 years. Мы уже женаты 5 лет. And now we're expecting a baby. И сейчас мы ожидаем ребенка. And it's gonna be a beautiful girl. Это будет очень красивая девочка. Amen. And when we came to Ukraine, we lived in 2012. When I came to Ukraine, girls lived in this house and guys lived at that house. Когда в 2012 году мы впервые приехали в Украину, а вот это был дом для девочек и дом для мальчика. Мы жили в палатках. The remote just stopped working. And so what happened is we gathered people on benches for home group. И мы просто собирались, вот людей приглашали на домашние группы, на служения, просто вот на лавочках садились. And later on we were like God has given us a vision to build a church and a training center. И позже Бог дал нам это видение, чтобы построить молитвенный дом и миссионерский центр. We used the same benches because we did not have money for lumber. Мы вот даже использовали те же самые лавочки, потому что у нас не было денег на доски, чтобы сделать фундамент. We went to different churches doing bake sales, preaching, sharing the vision. Перед этим мы в разные церкви ездили. And your youth participated in this. И ваша молодежь, она брала участие в том, чтобы это было. And I just wanted to thank you. Просто хотела There was a time that I said, God, this is not my ministry. В одно время я просто сказал, Бог, это не мое служение. This is your ministry. Это твое. I'm willing to give my time. Я дам свое время. You will have to, I don't know, send us people that would partner or support. Но ты послал людей, которые будут партнерами с нами. And there were people that came and wrote a check for $5,000, $27,000. И были люди, которые приходили, писали чек на $5,000. And I realized it's his ministry. Я понимаю, что это все его. The building was never the goal. И это даже здание, оно само не было целью. The vision was to make disciples. Видение было, чтобы делать учеников, взращивать учеников. God spoke to my heart to not just call up the youth. И Бог проговорил к моему сердцу, чтобы не только призывать и приглашать молодежь, but actually to raise the youth, но взрастить эту from молодежь 5 years old, с 5 лет, and to work with them for 10 years. И работать с ними следующие 10 лет. And so in 2017 we had a kids camp that, и в 2017 году у нас были детские лагеря, that we had 1500 children, где посетила 1500 детей. And in 2018 it was over 2000. В следующем году это было больше 2000 детей, которые посетили детские лагеря. I want to see, and so what happened after the kids camp got over, we bring the children to the older ones to the training center. После этих детских лагерей мы берем детей и привозим их или в центр, или в на And they're being discipled throughout the year. И мы проводим с ними время целый год. Winter, spring, fall, summer. Осень, зима. Весна. And a lot of them that were learning there now are becoming missionaries and serving. Многие из тех, которые учились у нас, сейчас они становятся миссионерами, и они служат вместе с нами в команде. And with these children, we were able to reach over 4,000 kids in different locations. И вот вместе с этими подростками мы в этом году достигли вот 4,000 детей, которые пришли в лагеря. And I'm showing you these pictures. И вот я показываю эти фотографии. It's not because I we like that they're enjoying the kids camp. И это все не потому, что мы рады, что они наслаждаются этими лагерями. Or bouncy houses or Christmas presents. Что им весело этими подарками или батутами. I want to see every child in heaven. Я хочу каждого из этого ребенка видеть в небесах. And so we use different options to reach them. И мы используем разные методы, чтобы достичь этих детей. Through sports, through education, through schools. Через школы. And to reach them. Чтобы достичь этих детей. Food packages, whatever comes available. Все, что только у нас есть, возможно, мы используем. Even coffee shops. Даже coffee shops. And I believe there's going to be coffee shops. Christian coffee shops will be planted in the future. Я верю, что мы в будущем будем открывать такие христианские кофейни. And as these kids come, и вот как эти дети к нам приходят, we have these passports.
У нас есть такие паспорта. And we tell them when you receive Jesus. И мы им говорим, когда вы принимаете Иисуса. Into your heart. Ваше сердце. You have a citizenship in heaven. У вас есть гражданство в небесах. Many of these teenagers, they wanted to commit suicide. Очень много из этих подростков, они хотели. They had no purpose in life. Мысли о суициде. Они просто не видели смысла в жизни. But now they're wanting to commit their life to Jesus full time. Но сейчас они хотят посвятить свою жизнь. And they write their dream and say, my dream is to be full-time missionary for the rest of my life. Они все нам пишут свои мечты. Я хочу быть миссионером всю свою жизнь. This girl came as a spy from the government. Вот эта девочка, она пришла к нам как шпион от власти. And she got saved on the second day in camp. На второй день она уже покаялась в нашем лагере. Now she's married and she's ministering in three different villages. И она сейчас уже замужем и вместе с мужем служит в трех разных селах. A lot of the parents come when the camp is taking place. They come to look. И когда мы делаем эти лагеря, очень много их родителей приходят также посмотреть, послушать. And they're receiving Jesus into their hearts. И они принимают Иисуса в свое сердце. And this is our team from Western Ukraine. Это наша команда на Западной Украине. Our training center is located in Dnipropetrovsk. Наш центр, он в Днепропетровске сам. And there were times that we didn't have any room for in a van. Было такое время, когда у нас не было ни места, ни машины. And we would still fit people and we'd go to kids' camps. Мы все равно использовали маленькую машину и людей туда садили. God has given us transportation now and a trailer. Бог нам дал и машину и причеп. And in the beginning of this year. И в начале этого года. I had a thought that, or like a dream. I wish we had a central campground for all the kids to come. У меня была такая мысль, мечта, чтобы был у нас такой постоянный центр, где дети могли приезжать на лагеря. And this school we won on auction for $16,000. И вот эту школу мы выиграли на аукционе за $16,000. And we want to finish it. И мы хотим закончить ее. And this become a training center. И чтобы это был такой тренинг-центр. It's located 2 hours from Kyiv, Чернігівська область. Он находится 2 часа от Киева. On the river. Возле воды. And in this location we have lots of kids coming and learning. Но вот в этом тренинге, который у нас сейчас есть, очень много детей приезжают. And туда, we cannot fit them. И мы уже не, они they sleep не on floors, kitchen, everywhere. Они спят вот на полу, прям в кухне, везде. So we have a condition that we want to build a school next to the church. И прямо до этого, возле этого центра, который уже есть, мы хотим построить еще больше комнат. This was a dream for 2 years. I never even really shared about it. И у меня было это желание уже 2 года. Я никому это не говорил. And I shared with one person that I only met once. И как-то я с одним человеком, которого только один раз видел, я рассказал, что я хочу построить больше вот этих комнат. And he sent a check. И он сразу выслал чек. $50,000. На 50,000. And it's already halfway through the budget. Это половина бюджета, что нам надо, чтобы построить. I know God is moving in Ukraine. Я знаю, что Бог, Он движется в Украине. And it's such a privilege for me to be part of it. Это для меня просто привилегия быть частью этого. We're inviting you guys to partner to join. И мы вас приглашаем также присоединиться. And so all of these children will be in heaven. Чтобы все эти дети были на небесах. And they will come to complete the vision that God has put in their hearts. И чтобы они также исполнили ту мечту, которая в Бога в сердце. We have some hashtags or keychains or necklaces or t-shirts that you can pick up after service. Некоторые вещи, которые вы можете приобрести после служения. And we invite you guys to come if you ever want to visit us. И мы приглашаем вас приехать, если вы хотите нас посетить. Yeah, and you can also text to support us or the ministry, kids ministry. It's our privilege. Чтобы поддержать нас, если вы имеете желание, это привилегия. And I encourage you to even when you're ministering to your own children. И я вас вдохновляю, когда вы служите своим детям. I seen 12-year-olds praying for another 12-year-old. Я видел, как 12-летние мальчики молятся за других. And the other person received the baptism of the Holy Spirit. И его друг, он получил крещение Духом Святым. The older kids we bring to the youth camp, and all of them came forward to receive Jesus this year. Эти старшие дети, которые мы привозим в молодежный подростковый лагерь, все они вышли, чтобы получить спасение и принять Иисуса. The following day we pray for baptism of the Holy Spirit. 8 of them got baptized. На следующий день мы молимся за крещение Духом Святым, и 8 из них получают. And I see how they're going to go into different areas of life. Я вижу, как они будут служить в разных сферах жизни. Maybe they're going to become a doctor. Кто-то будет врачом. Maybe business.
кто-то бизнесменом. Maybe coffee or something else. Или кто-то будет кофейна. But I know they're gonna go with the purpose of the kingdom mindset. Но я знаю, что они пойдут туда, и у них будет это понимание Царства Божьего и служить там. The kingdom mindset, they will come to work not to make money, but to actually impact the people in the workplace. Они будут делать это не ради денег, но у них с пониманием Царства Божьего они будут распространять его. I believe they will go to Europe. Я верю, что эти дети поедут в Европу. Not to find better jobs. Не чтобы искать лучшую работу, но чтобы там насаждать церкви. And I believe thousands of people will commit full time to ministry. Я верю, что тысячи людей они посвятят свои жизни полностью служению. And may God bless your church. Пусть Бог благословит вашу церковь. Thank you so much. It's a privilege that your senior pastor invited us. Спасибо вам, пастор старший, это привилегия, что вы нас пригласили. We love your church. Мы любим вашу церковь. We love the spirit that is here. Мы любим этот дух, который у вас. And we love how you are raising up new leaders. И мы нам очень нравится, как вы также взращиваете новых лидеров. And they're going to become in unity. И не просто в единстве буду служить. One time I asked God, why is there so much not unity? There is no unity in the churches in America. Один раз я спросил у Бога, Боже, почему вот я не вижу единства между церквей в Америке? And I was crying out. Я просто плакал к Богу. And I felt like God said that if you want unity, you need to pray that persecution will come. И я услышал, как Бог говорит, если ты хочешь, чтобы было единство, надо, чтобы пришли гонения. I really believe there's another way. Но я верю, что есть другой путь. We can unite. Мы можем быть едины. We can bless all the churches in the cities. Мы можем благословлять всех церквей, которые есть в городе. And when we have the common enemy. И когда у нас есть враг. We don't look at our differences. Мы не смотрим на наши какая разница между forward. Нами, потому что мы идем вперед все вместе. To proclaim the gospel. Чтобы провозглашать Евангелие. There was no power in the rock that killed Goliath. Не было никакой силы в камне, который убил Голиафа. The power was in the arm of the shepherd. Но сила была в руке пастыря. All the power is in the Holy Spirit. И вся сила есть в Духе Святом. We're just like little rocks. А мы просто как эти камни. We're just the body that God wants to use. Мы просто тело, которое Бог хочет использовать. For your kingdom, for His kingdom. Для своего царства. And His glory. И своей славы. Only His glory. Только Его славы. Amen. Аминь.